Ну а теперь на льду двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Очень неоднозначным получился для Жени этот этап, но скорее можно говорить об очень неудачном исполнении короткой программы и в целом крайне достойном выступлении в произвольной. Подняться на пьедестал в этот раз не получилось, но впереди еще много стартов. Евгения Медведева. Круг за кругом, по спирали, за кольцом опять кольцо, без конца и без начала. Вечно кружит колесо. Это один из известных переводов этой песни, которую можно перевести как «Ветряные мельницы памяти». Песни, написанные Аланом и Мэрилин Бергман в сотрудничестве с Мишелем Леграном для фильма «Афера Томаса Крауна». Помните, там все закончилось хорошо. Ну, во всяком случае, для такого яркого и, можно сказать, по-хорошему наглого афериста, которого сыграл Пирс Броснан. Многочисленные версии этой композиции имеют место и от Ноэля Харрисона, и от Стинга, вот и от музыкального коллектива All Angels. Это музыкальное оформление взяла для своего показательного номера Евгения Медведева. Русскоязычную версию этого произведения написал еще и Леонид Агутин.